Делегация из Приангаря принимает участие в межрегиональной конференции в Киргизии. Она проходит в Джалал-Абаде, индустриальном центре республики. На повестке вопросы кооперации в экономике и социальной сфере. Представителям нашего региона удалось подписать соглашение о сотрудничестве с Ошской областью. По словам Игоря Кобзева, совместными усилиями планируют развивать сельскохозяйственные отрасли и в том числе животноводство. Сегодня я пригласил представить руководство Джалал-Абадской области, которое сегодня принимает форум, 10-й международный форум между Россией и Киргизией, о том, что посетить Иркутскую область. Сегодня коллеги заинтересованы в развитии культурных, образовательных, экономических, туристических и сельскохозяйственных связей. Поэтому будем искать варианты решения вопросов, а все остальное, я уверен, что Киргизия и Россия – это два государства, которые всегда поддерживают друг друга. Отмечу, что Иркутская область развивает торговое сотрудничество почти сотни государств мира и по объему экспорта входит в первую десятку российских регионов. Что касается Киргизии, то по итогам прошлого года оборот продукции удалось увеличить более чем в 2,5 раза.